Тревожные тенденции наблюдаются в экономике, в социальной сфере. Из-за спада промышленного производства и финансовых неурядиц за чертой бедности, вот руководитель МВФ уже сказал об этом, за чертой бедности рискуют оказаться десятки миллионов человек. По прогнозам, глобальный ВВП сократится в 2020 году на 4,4%, а в суммарный ВВП экономика АТЭС сократится на 2,5%. У нас в России тоже будет спад, ну, примерно по нашим оценкам 3,9%.